Останки неизвестного случайно обнаружил житель Караганды в минувшее воскресенье неподалеку от завода имени Пархоменко, сообщает информационное агентство «Новости Казахстан» со ссылкой на районную прокуратуру. Мужчина проходил мимо заброшенного пустыря вблизи завода и увидел нечто, висевшее на одном из деревьев. Подойдя поближе, прохожий увидел, что это давно скелетированное тело человека, подвешенное на шнурке, сообщили в ведомстве. Мужчина сообщил о данной находке в полицию. Останки направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти и личность покойного. Собеседник агентства также сообщил, что в остатках одежды, которые были изъяты при обнаружении останков, нашли также сотовый телефон и наручные часы. Oh,